Сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве прошло прощание с народной артисткой России Валентиной Теличкиной. В возрасте 79 лет, два дня назад, скончалась выдающаяся советская и российская киноактриса, художница, народная артистка РФ. Валентина Теличкина, известная актриса советского и российского кинематографа, получила образование в ВГИКе на курсе В. Теплякова. Она была дочерью раскулаченного кулака и седьмым ребенком в семье. Валентина снялась в таких известных сериалах, как «Есенин», «Бригада» и «Большие девочки». Ее талант также проявился в фильмах «Большой», «Журналист» и «Незабудки». С самого детства Валентину Теличкину прозвали артисткой. Она рассказывала, что не помнила себя без выступлений. Каждый раз, когда в большой семье собирались гости, она с нетерпением ожидала возможности выступить, чтобы рассказать стихотворение, спеть или танцевать. Прощание с этой выдающейся актрисой привлекло множество ее поклонников, коллег и друзей. Валентина Теличкина оставила незабываемый след в истории отечественного кинематографа и останется в сердцах любителей ее таланта.